к счастью. И ой-ой-ой, очень опасно. Владимир Бабанов на месте. И он делает передачу на Эльдара Хусаинова. Отлично, отлично, отлично. Давай, Эльдар. Ильдар делает подачу, к сожалению, немного неточную, но мяч по-прежнему у тюменцев. Виктор Жигалев, подача. Эх. Но отскок снова за тюменцами. Виталий Зотов отдает Ильдару. Очень неплохой эпизод. Давайте, ребята, подача. К сожалению, мяч не находит голову Александра Павлова, но в целом очень хороший эпизод. И это обнадеживает. Снова мяч у Хусаинова Ильдара. Так. Он пробует индивидуально сыграть. Он себе может это позволить со своей скоростью. И неплохой прострел. Виктор Жигалев принимает мяч штрафной. Угловой. Неплохо, неплохо. Тюменцы. Они выиграли свою группу. Но отлично. Так, нет, нет. К сожалению, потеря очень неприятная. Ильдар, поработай, пожалуйста. И подача. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тюменцы владеют мячом. Давтян Давид. К сожалению. Отличный выход. Ну, давай, Давид. И. Опа. И. Блин. Ёлки-палки, а. Вводит мяч, тоже не мудрствуя, лукаво выносит вверх, борьба, и тюменцы ее выигрывают с помощью Дениса Редикульцева. Ой, блин, очень перспективно было, да, извиняюсь, но эмоции зашкаливают, и теперь самарцы. Итак, так, идет. Ой-ой, очень технично сыграно и перспективно. Очень, очень отличная передача. Ну, давай. Давай, Сергей. Передача, Виктор Жигалев, штрафной площади, удар. Эх, к сожалению, не получилось. Пытается нагнетать Виктор Жигалев. Корпусом прикрывает мяч. Отлично. Врывается в штрафную. Передача. И удар. Эх. Поднаелись. Подзывает к себе Давтяна. Отлично играет Давлячин. Отлично, но... больше. Ой-ой-ой, хороший пас. Итак, Ильдар, давай, Ильдар, давай, Ильдар. Эх, мяч он догнал, но, к сожалению, там тяжело было. Ну и грамотно очень сыграл защитник. Давайте, давайте, все равно надо напрягать. Пожалуйста, будьте начеку. Итак, подача. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Мяч мечется по штрафной тюменцев. Подача была опасной. Так. И снова попытка подать. Накрывают защитники. Молодцы. Вот этот вот, конечно, дальний аут очень неприятен. Ой, очень напряженно. Ой-ой-ой. Нет, нет. Выпрашивают самарцы пенальти. На пенальти там не было. Итак, давай, Сергей. Давай, Сереженька. Давай, Сережка! Ну, это нет. Ну, это зря. Зря, товарищ судья, ты не прав. Ну, давайте, выдыхаем, смотрим. Опасная подача. Ой-ой-ой. Сердце ушло, конечно, на месте. Просто браво. Владимир Бабанов. Просто Акинфеев. Первый удар, Самара. Удар. 1-0. Отлично, отлично. Разводит вратаря и мяч. Разбег. И... к сожалению, переигрывает снова. Разбег. Отлично, отлично. Точно так же разводит. Давай, Вова. Перекладина. И
Итак, я не понял. Похоже, нет гола. Похоже, гола нет. По крайней мере, визуально. Давид Давтян у мяча. Отлично. 3-2. Мы впереди. Давай, давай, наш Акинфеев. Эх, снова 3-3. Отлично. Ну, стань сегодня нашим героем. Пожалуйста. И ты делаешь это! И он делает это! Тюмень в финале! Тюмень в финале! Друзья, я вас поздравляю! Мы выигрываем этот матч! Мы выигрываем! Слезы наворачиваются на глаза. Это счастье. Это просто какое-то счастье. Друзья, я вас поздравляю! Тюмень! Тюмень! Сегодня наш праздник! И вышла финал первенства России среди ветеранов. Какое же это счастье! Мы в финале! Мы в финале. Ура! Друзья, все не зря. Вся наша работа. Мы всем ветеранам Тюмени. Это наша общая победа. Мы готовились, мы играли на город. Мы в финале. Я просто счастлив. Вы не представляете, эмоции переполняют. Я поздравляю вас. Отлично. 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 Я не могу. Мы обмениваемся.